Добрейшего вечерочка или времени суток, где вы там находитесь, ну кто же знает. Здравствуйте, ребятушечки, дамы и господа, приветствую. Вашему вниманию, четвертый турнир второго сезона дуэльной лиги от Эстоти. Это второй раунд, клик РМВ против не менее легендарного Редкона, ребята, очень сильные бойцы. Карапетки первой картой этого Best of 3. Давайте смотреть этот кайф. Что там вот это, блядь, базарит? Поехали! Ша! РМВ сразу с обилочки заходит и впустую тралалайка пролетела. На баяне даже не сыграл. Хороший! Словил ракеточку Анарки. И не будет уже таким агрессивным. Анарки контролирует шаг. Но not bad damage получается нанести у РМВ. Труба, конечно, труба. Ну, так на джампадах прыгает. Мега досталась Редкону. РМВ, дабы не давать большой делей между основными айтемами, сразу забирает красный. Остался после противника шафт. И уже настроение приподнятое. Весь пул оружия есть. И можно уже свой болт вставлять в это отверстие, которое у оппонента одно именно для этого предназначено. Срывай резьбу, руби его, давай! Ша! Ну! Мне кажется, Анарки планировал быть более, так скажем, активным в этом противостоянии. Ну что ж, не везет. Вы посмотрите, уже вторая билка просто так, чисто для того, чтобы он сказал о том, что что-то такое. Я думаю, явно у нее профит предназначен, как минимум, для другого. Но это не точно, я могу ошибаться. Так, вот он, атака от Анарки. Вторая ракетка заходит. Некий даблбэк не всегда бывает полезным. И как мы видим, клик РМВ тоже вслед за Редконом схватил ракеточку на 100. Это ух как, ребята. Насыпочка хорошая. Отмальсил РМВ. Мгновение. Опа. Как мы видим, немного потерялся общий цикл появления айтема у РМВ. Хотелось ему забрать перед красным еще и желтый, но вот он только он. Сверху над ракетой надо дежурить, мне кажется, желтый. Вот он появился. Отсутствие патронов на шафт явно не позитивно складывает ситуацию. Одновременно появляется мега и красный. Общие картины появления айтемов до сих пор нет. Мега лежит, ребята. Услышал ее подъем РМВ. И теперь имеет информацию о неком цикле, который начинается с верхнего желтого. Иди на ракету. Self damage. Ша! Иди на руке. Блин, ну видите, он не чувствует этой штуки. После желтого уже прибежал бы сюда. Там желтый лежит. Разорвано теперь получается. Мега. Желтый сверху лежит. Вот, вот хорошо. Он сейчас все равно ему достанется. Очень неплохо. И теперь проверить желтый, который на плазме. Его судьбу на данный момент. Вот он ее. Выжрал Анарки. Хорошо, 2-0. Not bad! Ах! Точку соприкосновения с оппонентом так и не получается найти. Анарки после подъема красного начинает атаковать мега за РМВ. Желтый сейчас будет, окей. Дождаться какой-то брони. Появился желтый сзади, ребята. И давай скоренько на желтый, который на плазме. Выскакивает шартом. Ша! Да, ребята, снова некий только лишь устрашающий профит принесла обилка. Некую, я так понял, киношную фразу говорит Бласковец. Очень вовремя пущена первая ракетка. Именно она позволила поднять РМВ красный без штрафа. Но Анарки довольствовался подъемом Меги, что тоже, в принципе,
Не... Ну, неплохо. Не будем уже борщить в этой ситуации. Еще одна обилочка, практически пустую, заставляет анарки все-таки отойти! Есть сотка! Ах, 60! Not bad! Ребята, отмансил, сохранил жизнь РМВ, однако анарки на контроле обоих основных айтемов. Из-за отсутствия стека РМВ должен... Ах, зашавчил! А что я сделаю? Я похлопаю, ребята. Я только лишь похлопаю на это. Очень красиво получилось. Рататашечку. Нет. Нет. Не знает тайминги на желтый. Их всегда надо в цикл. Караптит эта карта с четырьмя айтемами, ребята. Караптит Deep Embrace и, возможно, руины, если ты на таком быстром персонаже играется. Так. На руинах, по крайней мере, три контролить реально. Анарки ищет своего оппонента, конечно же. Для того, чтобы выбрать более удобную позицию, анарки проскочил дальше на... Да что ж такое, вообще не везет обилка. Один на пять раз только лишь как-то эффективно сказывается. Я понимаю, что РМВ... Хочет некий предикт сделать с ней, да? Озадачить оппонента своим появлением с двумя шафтами. Эх, но... Редкон, смотрите, наконец-то посмотрим point of view от этого киберспортсменчика. На анарке такой шустрый, у него еще есть время. 3,5 минуты, дабы вернуть 2 фрага на караптеде. Вполне реально, ребятушки. Я хочу сказать, тем более ты на контроле основных айтемов находишься. Пиздящ его сильно! Да! Да надо падать, у тебя стека, алё, гора! Ну, смотрите, Редкон пытается контролировать все. Пытается, я хотел сказать, 5 секунд до красного. Давай! Ша! Нет тайминга у РМВ. Все, ребят. Надо додушить и на мегу скоренько! Ах! На каких-то минимумах ХП, как мы видим, порядка 70 оставалось у Бласковица. Но сохранять контроль — это наиглавнейший ингредиент лидерства на этой карте. Оставляя противника без брони, мы все время заставляем ему кричать: «Да красный, срочно!» Обилочка собирается. Ух, в каком хорошем расположении духа сейчас анарки, ребята. Мне кажется, сейчас будет именно выкручивать все соки. Да, ребята, мига. Первый желтый справа. Эх, промах! Жалкий, ребята, промах. Сейчас здесь желтый снизу. Растерял все ракеты свои, Бласкович. Но еще 3 есть. 3 ракеты еще было, ребят. Но очень неплохой штраф получилось от Редкона. Сравняв счет... Просто сохранять этот контрольчик. Справа желтый лежит, дожидается, прекрасно. Можно нападать уже. Стек преобладает над противника стеком. Ша, сука, с ракеты надо было. Снизу желтый сейчас. Секунд 35. Вот он, чек. И назовем красного. После красного можно уже как бы приободриться, что ли, ребятушки. Красный появился, нужно сохранять контроль. Без него никуда, тем более ты на анарке. Сейчас отдаст мигу, ебать. Легенький недосчетик, вот. Легенький недосчетец. Недосчетец, ребятушки. Ну что ж поделаешь. Not bad damage. Там опять обилку в устрашающий эффект. 5 секунд до красного, надо нападать. Рокет. Мига лежит. Размен по основным получился. Нет совсем брони у анарки. Сверху топчется Бласкович. Эх. Вот, ребята, пара секунд незасчитанных.
Как агрессивно выпадает Блатко. Хороший мой мальчик! Именно зашел! Желтый выжрал, второй желтый. И давай нападаешь именно на красный. Ша, сюда! Подошел! Подошел сюда! Шогу включи. Ах, как уточку прям. Прям молодчик. Ах. А вот вам и анарки на контроле. 15 секунд до конца. Я думаю, анарки предпринят тактику плас бэка. Дабы не давать шансов оппоненту. Not bad. Not bad. 4 секунды. Все, и ушел. Аплодисменты, ребята. Красивая игра. 3-0 вел РМВ. Но, не досчитавшись контроля всех четырех, позволил анарке зациклить всю карту. Этим и воспользовался Редком. И не только лишь сравнял счет, но и превзошел его. И нежный такой, легенький, недолгий, ребята. Как вот некая прелюдия, только в конце, знаете. Плюсбэк дал ему возможность выиграть. ГГ, ГГ. Красиво.